Давайте продолжать. Нет. Пускай этот берет. О боже, он убил бедную свинюшку. Сосед. Ты бесчеловечен. Боже, сколько тут мяса. Да, и ужин и так пошел. Так, я тут, кажется, немного помню. Уксус, здесь не ошибаюсь. Точнее, вино меняем на уксус. Или... это что-то другое. Не, вроде на уксус. Да, он выпьет уксус. У него загорится 40. Так, в тумбочке, кажется, ничего не было. Так, значит, 6 пакостей, все. Сейчас все пойдем устроим ему. Еле успел. Ладно, сюда поставлю. Так, окей. Я думал, что-то ржачное будет написано. Так. Давай, иди быстрее, жри. Тебя поджидает вкусная выпивка. Отвлекутка его. А куда же? На стул надо было. Горячее пивко. Ну ладно, я не буду за это, пожалуй, начинать сначала уже. Надо побыстрее все завершить. Не, надо тихо. Давай, быстрее туши! Вот это, блин, огонек был реалистичный. Покруче, чем всяких игр. Фу, весь гриль в пене. Сожри его. Аж спину сломал, что ли? Иди хавай. Да, вот это пенис-то он будет кушать. Да. Поджидает его небольшой такой сюрпризик. Так, и второй сезон завершён! Так, ну пошли к третьему сразу сезону. Там что-то мне много осталось, надеюсь, я за полчаса, ну или хотя бы за час справлюсь.
Да, я знаю, что представляет. Да, теперь пакости придется делать очень много. Твою мать, тут же порошок. Так, ну зато теперь у нас тут псина, а не... А не попугайчик, в общем-то. Да, теперь у нас решил гигиеной заняться. Сосед. Все обчистить тут. У него подвал такой. Так, все взял уже. А то случайно что-нибудь пропущу к холодильнику. Так, и старые добрые шарики. Да, вот еще у него кабинет такой появился, компик там такой. Ну а что туда пихать вместо порошка? Не, птичий корм, мне кажется, помню куда. Пускай идет с этой стороны. Ой-ой-ой, песик, няшка. О боже, сколько тут шмоток. Блин, что на что тут надо было? Я уже забыл все. Так, сейчас шибанет током. А, уже шибануло. Че, прям так шмотки тебе не важны, да? Так, сюрпризец. Какая груда тут птиц. Посрала. Так, и что же можно было бы использовать на порошок? А, да, жнёшь, мы берем. Mm.
А для чего же мне совок и нужен для бумаг-то? А, я знаю, знаю. А куда же использовать-то? Лучше аккуратненько. Отдал. Так, это пройдено уже, можно сказать. Последняя пакость пускай будет. Ну, никак вроде сюда привлечь не надо. А, да, все. Взорвался. Ты уже вылез, да, чувак? Так. Теперь он будет заниматься йогой тут. Научим его правильно заниматься этим. Так, надо тут... О, черт, тут собачка же. Возьму и уйду. И при том так, чтобы меня увидел этот сосед. Зря в холодильник загнал. Да не рычишь ты, собачка. Собачка тоже няшка. Но, к сожалению, она рычит на нас. Черт, он сюда идет. Все. Можно начинать сначала, он меня увидел. Воу! У меня все это время... Чё, наушники не были включены? Капец. Теперь эхо будет. Давайте нормально сейчас сначала начну.